внимание! Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас здесь всех на празднике Хануки. Слово для поздравления с праздником я представляю председателю еврейской общины Иосифу Яковлевичу Либерману. В очередной раз мы встречаемся на празднике Ханука в таком расширенном большом составе. Такой праздник радостный, теплый. Хочется всех поздравить с этим праздником, пожелать всем здоровья, чтобы была радость в жизни. И всегда вы улыбались, и долго-долго все радовали нас своим присутствием. Здоровья, счастья, с праздником Хануки. Сейчас нас приветствует директор Хесада Светлана Первина. Дорогие друзья, в лице Хесед Арон я всех поздравляю с праздником Хануки. Праздник Ханука в честь счастливого события в жизни еврейского народа. Праздник огней, который символизирует чудо победы, очищение, радости. Пусть в ваших домах всегда светятся огни счастья, благополучия, мира и надежды. Пусть на столах будет изобилие, будут пончики и латкис, а в семьях будет мир, счастье, любовь. С праздником, дорогие друзья! Поздравления от председателя правления Хесада. Уважаемые присутствующие, от имени правления Хесада поздравляем вас с великим праздником Ханука, который произошел 2200 лет тому назад. Еврейские войска разбили греков. И с этого дня стали праздновать Хануку. Это зажигание свечей. Желаю вам и вашим близким, чтобы вы никогда, у вас никогда не гас свет радости и веселья в ваших домах. С праздником, дорогие друзья! А сейчас нас поздравляет хор Хесада. Дорогие друзья, мы сегодня собрались с вами, чтобы отпраздновать самый яркий, самый светлый еврейский праздник, праздник Ханука, праздник Победы, праздник Света и праздник Чуда, которое даровал нам Всевышний, чудо кувшинчика. Это было более 2000 лет тому назад, когда греки захватили Израиль. И такой был тиран Антиох Епифан греческий. Он решил евреев втянуть в греческую веру. Он запретил изучать Тору, запретил изучать иврит, запретил соблюдать традиции субботы и праздновать праздники. Евреи все терпели, угнетение, поборы, но когда их хотели лишить еврейства, хотели отобрать у них Тору и веру, они восстали. Сначала небольшой отряд ушел в горы, потом это стала большая армия. Они жили в пещерах, голодные. Из оружия у многих из них была только палка. А греческие войска по тому времени были вооружены самым современным оружием. У них были даже слоны, которые можно приравнять к теперешнему атомному оружию. Но евреям помогал Всевышний, и они были, сражались на своей родине, где они знали каждый кусочек земли, и они победили. Они вошли в Иерусалим, они вошли в храм, но храм был загажен, загрязнен. На молитвенном месте стоял идол, потому что греки были идолопоклонниками. Евреи очистили храм, выбросили идолов, но для того, чтобы он начал работать, его нужно было осветить. А для этого нужно было зажечь менору. А менору нужно было специальное освященное масло, а масла не было. Искали,
И где-то на чердаке нашли маленький кувшинчик масла, который мог гореть, ну, самое большое один день. И Ягуда, который стоял во главе еврейской армии, Ягуда Маккаби, решил зажечь. Что будет, то будет. Зажгли, что было. И вот этот кувшинчик масла горел 8 дней, пока приготовили другое масло. Вот с тех пор мы празднуем этот праздник Ханука, что на иврите обозначает свет, освещение. Мы зажигаем огни. В эти дни вечером, если в Израиле, побывать в Израиле, он горит как факел, как пламя, потому что всюду стоят хануки. Мы печем блюда, которые, для приготовления которого нужно масло, пончики, картофельные оладьи. И детям дают специальные деньги, которые называются ханукальные гелд. И играют волчок, Симеон. И самое главное, это мы зажигаем свечи. Мы радуемся, поем и веселимся. Престиж, желая личный приумножить, собрав в когорты войско, сколько смог, чтоб веру иудеев уничтожить, в Иерусалим ворвался Антиох. И наши предки видели картину, как грозный царь храм Божий захватил. Он осквернил еврейскую святыню и статую там Зевса поместил. И, применив жестокую манеру, на иудеев возводил хулу, велел принять их греческую веру, ходить себе осану и хвалу. Но не приемля мнение злодея, не сдавшись на шантаж и похвальбу, сторонники Ягуды Маккавея с захватчиками начали борьбу. И день и ночь, в любую непогоду, скитаясь по пустыням и горам, они сражались за судьбу народа, спокойно не давая жить врагам. Жестокая война тянулась годы. Был верой в Бога Маккавей силен, и наступил желанный час свободы. Был Антиох разбит и побежден. Счастливые, от радости галдея, торжественный и светлый этот час, сошлись в Иерусалиме иудеи, их смех и слезы видели не раз. Поспешно перевязывая раны, решили Бога отблагодарить. Чтоб справить новоселье в древнем храме, светильник надо было запалить. Победа и эйфория не угасла, как стали все с тревогой говорить. Один лишь уцелел кувшинчик масла, что греки не успели осквернить. Но мудрый Маккавей, герой той битвы, вершить молебен начал через час. Господь услышал искренность молитвы, и 8 дней светильник не угас. Прошли века, хоть жизнь порой к нам строга, мы праздник отмечаем каждый год. Как наши предки, свято верим в Бога, а Он народ хранит и бережет. Стол праздничный и шумное веселье повсюду начинается сейчас. Ведь Ханука звучит как освящение. Со светлым днем мы поздравляем вас. Пусть люди станут все добрее немножко, поступки добрые творят. Бог смотрит в каждое окошко, где свечи ханукальные горят. Yeah.
Свечи. Прошу все внимание. Вилочки положите и отдохните 2 минуты. Спасибо.
Yeah.
Евреи и бывшие ученики, я вас призываю, кто знает ответ, поднимайте руку, только не надо хором. Нас очень много, мы просто не услышим и не сможем вас по достоинству оценить. Итак, Ханука. Какого числа по еврейскому календарю мы отмечаем праздник Хануку? Нет. Вот, Галина Федоровна. Пожалуйста, Галина Федоровна. 25-го числа. 20-го. Прошу внимания. Тишина. Давайте тихо. В каком году произошли события, связанные с праздником Ханука? В каком году? Я не умничал. Произошло осквернение храма в Иерусалиме. Пожалуйста. Антиоха. Ну так Антиох. Я сказала, поднимай. Он поднял первый. Не, Ина. Руку поднял. Тише. Кто такие Маковеи? Кто такие Маковеи? Это были повстанцы? Нет, кто они такие? Сыновья. Я вас не буду, я честно не шутила. Они иудеи. Я знаю, что вы все знаете. Лариса, они иудеи. Так, Маковеи – это были сыновья Матитья. Никто не ответил правильно. В каком городе жили Маковеи? В каком городе жили Маковеи? А теперь вопрос. Все мужчины, которые посещают синагогу, должны знать ответ на этот вопрос. Какое время зажигают ханукальные свечи? 4 часа. Когда сидеет на улице? Когда ханукальные свечи зажигают с первой звездой. Время должны гореть свечи Хануки. Минимальное время. Это не время.
Я не говорю количество дней. Все мы знаем, что 8 дней. Какое минимальное время должна гореть свеча хануки? Пожалуйста. Что? Что? Сколько времени? Пока выгорят. Да, да, это нам тоже сказали, мы так зажигаем. Пока выгорят. Первую свечу зажжем, она выгорит. А вторую на завтра. Она может гореть хоть двое суток. Но минимальное нет. Время какое? Я спрашиваю. Минимальное 40 да. Минут. Нет. Минуточку внимания. У нас сейчас будет праздничная лотерея. Достаньте, пожалуйста, пригласительные билеты. И там в уголочке вы увидите цифру. Это... Внимание, начинаем. Итак, номер один. Кого там? Сорок восемь у кого? Юра. Сорок два. Номер 42. 32. 32. 32. 26 номер. Шестьдесят один. Кто? 61 у кого? Я. Спасибо. 34.
Я Златый приз, стиральный лучший.47.